Инструкция по эксплуатации дизельного генератора Ingersoll Rand G110 мощностью 96 кВт. Для того, чтобы запустить генераторную установку, нужно перевести переключатель массы в положение вкл. Далее на приборной панели у вас начнет грузиться программное обеспечение. Нужно подождать секунд 20. Все, это приветственный экран. Вот оно показывает уровень топлива и батарею, аккумулятор. Для того, чтобы запустить саму установку, вы нажимаете кнопку старт. И, соответственно, для того, чтобы остановить ее, кнопка стоп. Ниже установлен главный автомат. Кабеля подключаются с торцовой части. Вот под вот этой крышкой. Снимаете крышку, там клеммная колодка, накидываете кабеля. Процесс запуска следующий. Вы запускаете сначала дизельную установку. Она работает в течение минуты, выходит на свои рабочие показатели. И затем вы включаете автомат. Точно так же и выключение. Сначала выключаете автомат, ждете секунд 30, чтобы генератор чуть подостыл. И потом нажимаете кнопку стоп. По приборной панели, для того, чтобы посмотреть напряжение, вольты, это, соответственно, кнопка V, силу тока, амперы, кнопка A, герцы, это количество моточасов показывает, и частоту вращения. Ну и, соответственно, кнопка аварийной остановки. Все.